no, checkpoint, Russian checkpoint. And between second and third checkpoint, our column cars were very but it's just panic. Panic, yes. Panic. No one shot. No one shot. It's not happening. Shot? From where? Away. And there are three cars. Our cars, my Marshall cars, and... And we decided to leave and wait. Just wait what happened. What happens, yeah. We did not hear any explosion, any shot. We decided to move on. Уильям, you see again. So. Yeah, so sweet, yeah? Oh, she likes you. Yeah, she does. Маленькая, иди сюда. Кошак. Мяу. Мяу. Ты же мяу.
Кошак, тише, тише, тише. Смотри, так. А что ты здесь сидишь? Что ты не пойдешь на солнышко? Иди на солнышко, выйди. Иди, Катюня. Get in front of barricades. А где техника? Это техника? Да. Угу. Here, if we want, we can come to Albert and ask him a couple of questions. Yeah, yeah. Yeah.
Короче, взрывы пошли, я почему-то подумал, не дай бог эту трубу разбомбят, эта труба инфоводоканала, будет экологическая катастрофа. Я как подорвался, ну смотрю, там снаряды, все, следующие будут по мне, не знаю, я прочувствовал. Кидывай жадно, оставил телефон, это вот, думаю, электричество вырубить, ну же если, ну первое, воду, электричество, побежал в подвал. Чуйка, блядь, ну, сработала. Да. Уж следующий взрыв будет по мне. Вон как рвануло, блядь. Угу. Все осколками побило, блядь. Ну, собрали эти ребята, полицейские. Вот эти ляжкой не стрелят. И тут взрывы пошли сначала по воде. Вот. Да. Как шандарахнет ублюдок нафиг. Да, начало... А, они начали... Ряд снарядов пошел по монастырю. Я думаю, неужели они до такой степени бить монастырь, блин? Ну, в море взрывались снаряды. Угу. Возле, там, угу. Возле большого угу. Фонтана. Потом начали опять бить. Колокола начали бить этот фонтанский монастырь. Он же это сирену он дает, да, или нет? Да. Это начали бить колокола, блин. Но уже взрывы, террористы, смотри, вот икона, ей, она где-то 19 века, ее осколком разбила, блин. Вот Иисуса Христа разбила, твою мать. Ну, в общем, Бог, представляешь, я пришел сюда, вся подушка в осколках, нафиг. Вот шрапнель-то летела, вот сквозная, это самое... А потом взял телефон попрощаться, опять туда вниз спустился. Угу. А окна не заклеивали, что там? А фонтус это? Ну. Это бесполезно. Угу. Бесполезно. На сегодняшнюю взрывную волну... Это не работает. Я думаю, что да, если ничего не поменяется. А с заправками как в Николаеве тяжело, да? Уже практически. Уже не, практически, да. А там сейчас опять лимит на 20 литров? 10. Да. Да? То есть со стороны, да, со стороны Одессы все замечательно. Да. Все, ну, да. Да, мы ездим. А вот та сторона полностью от Херсона. Вот Октябрьский, Балабановка именно есть, да. Район Октябрьский. Октябрьский, вот там, вот там конец вообще разбомблен все. Но это уже давно, недели две с водой, да? Меньше? Больше? Больше. Уже две недели, несколько дней, я не помню точно, или два дня. Или... Не, ну сейчас это, конечно, спасибо вам, что мы воду имеем. А первые дни, можете себе представить? Ой. Люди сушняк, туалет в пакет, да. Пакетах с домов, в квартир выносили мусорку. Вообще не было. У меня лично дома аквариум, это у меня хоть большая кастрюля воды стояла на первые дни запас, а у людей, у кого не было запаса. Да, то есть мы берем по две, короче, а оставим по четыре.
блаженном успении. Вечный покой подашь, Господи, всем трагически погибших в доме сем и сотворим вечную память. В этом случае здесь очень много свидетелей. Мы видели, как действительно летела ракета. Не обломки, а целая ракета. Она попала в этот дом и пролетела насквозь. Умерли люди, не военные, гражданские люди, ни в чем невинные. Умерла маленькая девочка 3 месяцев, которая родилась за месяц до войны и не успела прожить в этом мире счастливо, потому что через месяц ее рождения началась война. Мы резко осуждаем те действия, которые в Великую Субботу, в день, когда обычно вообще во всех странах, всегда, даже когда войны происходили, были перемирия, произошла такая величайшая трагедия. То есть у людей нет ничего святого, люди не боятся Бога, поэтому Украинская Православная Церковь резко осуждает действия Российской Федерации, которые в этот день, несмотря на такой величайший день для каждого православного христианина, а Россия вроде бы православная, совершили такой акт просто часов. Да. Было где, много было. Да, это время, то есть сейчас приду с телефоном.